Привет, ребята! Вы на канале Санишка Играем Вместе. И сегодня мы будем с вами делать слаймы вот с такого набора. Опять. Мы до этого сделали слайм светящийся. Синий-синенький. Смотрите, он такой слайм светится в темноте. Давайте зайдем в туалет, я вам покажу. Вот, ребята, смотрите. Мы зашли в туалет. Специально показать, как слайм светится. И он такой, видите, синенький. Светящийся. Чем более темнее помещение, тем лучше он светится. Смотрите. В этом наборе вот такие вот пакетики. Полимерная основа. И мы берем красители из этого набора. Краситель, и в инструкции написано, что нужно обязательно потрясти, чтобы слайм был хорошим, упругим и не лип к рукам. Значит, мы сейчас минуту трясем эти пакетики. Смотрите, мы, в общем, трясли. Минута прошла, теперь мы разрезаем наш пакетик аккуратненько. О, хорошо отлетел. И наша Санишка выливает жидкость. Нужно тоже очень аккуратно выливать. Теперь добавляем вот такой вот фиолетовый краситель. Потрясем его. Так, аккуратненько его разрезаем. Видите, слайм написано тут. Разрезаем и выливаем тоже очень аккуратненько. Там трясли, аж пенка пошла. О, смотрите, какой красивый цвет наша масса приобретает. Выдавили. И теперь нужно нам мешать либо палочкой, которая входит в комплект, либо вот такой вот ложечкой. Ну, нашей Санишке удобнее ложечкой. Так получается быстрее. В прошлый раз мы делали светящийся слайм. Этот слайм будет обычный. Такой, как лизун. Он должен получиться упругим и не должен липнуть к рукам. Я буду замешивать слайм, а ты будешь... Вот наша Санишка замешивает. Смотрите, он уже начинает загустевать. О, похож такой вот, как на какую-то сладкую вату или на какое-то фиолетовое мороженое. Надо, главное потом отлипнуть. Это все от ложечки. Смотрите, ребята, у нас такая вот уже упругая масса получается. И нужно его мешать. Чем более интенсивней вы мешаете, тем более упругий получается у вас слайм. Тук-тук-тук. Смотрите, как быстро он формируется. Практически слайм уже готов. И он даже не остается на стенках стаканчика. Смотрите, стенки стаканчика у нас чистые. Можно раз. И вываливаем. Еще можно в руках его. Ой, он такой очень приятный. Прям такой, смотрите, дрыгается. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Прям как желейка желейная. Вот такой вот он у нас получается. О, очень приятный. Прям просто релакс. В этом наборе 5 слаймов. И вы можете сделать слаймы разных цветов и потом их смешать все вместе. Но наша Санишка не хочет смешивать. Нет. А если вы смешаете, то у вас получится такой огромный радужный слайм из всех этих 5 цветов. Смотрите, он еще пока рвется, надо его пожмякать. Вот, и плавненько вот так вот его. О, смотрите, вот так вот раздвигаем. О, какой просто супер приятственный. Ну, давайте дадим нашей Санишке поиграться, она его оценит. Лови!
Ну как? Лучше, конечно, синий. Такой он прям приятственный, да? Липкий. Синий липкий? Нет, этот липкий. А этот липкий? Ну, его надо еще пожмякать, и он тогда не будет липкий. Ну, практически он не липнет к рукам. Он липнет. Думаешь, липнет? Сделай мои любимые точечки в них. Дырочки. Вот мои любимые точечки. Обожаю вот эти вот дырочки делать. Это прям так как-то успокаивает. Вообще молодцы те, кто придумали такие слаймы. В нашем детстве тоже были лизуны. Но их изготавливать самим нельзя было. А сейчас вот есть вот такие вот наборы. И любой ребенок быстро может сделать слайм любого цвета. И даже светящийся, как вот мы сделали в прошлом выпуске. Не получится. Давай ты его сейчас растяни. Посмотрим, как он растягивается. Давай попробуем растянуть. Он слишком липкий. Липкий. Вот смотрите, ребята, как он растягивается. Да. Похож на такую макаронинку сиреневую. Вот. Такой, в общем, мы. На бяку. Ну, лично мне вот очень понравился такой слайм. Я ему ставлю дизлайк. Да, нашей сынишке не очень понравился, а маме понравился. Он, наоборот, такой приятный. Можно релаксировать с этим слаймом. И смотрите, он прям такой какой-то прям лучший. Охлаждает пальчики. Куда мы этот... А вам, ребята, в общем, если понравилось это видео и наш слайм, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока-пока!